Всем, ребят, привет! У нас сегодня очередной выход. Выход, как вы видите, на дальние рубежи снова выехали. Ехали мы, в принципе, пару часиков. На ногах я с 2 часов. Ехали и в конечном итоге доехали вот до такого места. Здесь мы еще ни раз не ходили. По планам у нас какие? Пройти вот эту вот низину позади меня. Говорят, здесь раньше в свое время бояре гуляли, отдыхали, пьянствовали, развлекались. Здесь неподалеку был пруд, и здесь у них была своя туса. Час обследуем мы это место. Если с находками будет совсем туго, мы отъедем немножко в заброшенное местечко. Там стоят несколько брошенных домов. Зайдем в дома, посмотрим, оглянемся, как, что, почему, зачем. И, возможно, зашуруфимся, потому что трава уже поднялась, катушка уже на ту глубину смотреть не сможет, как по весне. Так что посмотрим. Видео, я думаю, сегодня будет интересное. Не как предыдущие говнокопы у нас получилось. 3 выхода где-то мы делали. Абсолютно ничего интересного. Так, несколько царей и ничего. Я думаю, сегодня мы исправим это, и находки у нас будут вот такие. Так что смотрим, продолжаем, не переключаемся. Итак, ребят, первая находка. И находка, как обычно, из разряда шмурдяка. И на этот раз у нас вот такое вот колечко. Я сначала думал, обручальное, обычное. Но нет, обычное. Возможно, с камушком было. Вот такая вот вещица из разряда шмурдяка. Ладно, задел у нас есть. Продолжаем. Вернусь я к своему колечку. Колечко я поправил. Внутреннюю часть выпрямил, и получился вот такой вот орнамент. Довольно-таки симпатичная вещица получилась. Вот эти вот лепесточки были загнуты вовнутрь. Я их выпрямил, и оказался вот такой вот узор. Неплохо. Продолжаем. Итак, ребят, нахожусь я в конце деревни. Увидел вот такую вот сооружение, не знаю, это может быть печка была. И знаете, прям первый же сигнал, который я решил копнуть, выпала круглая хреновина, погорелая, и это у нас 3 копейки 1961 года. Странно, верховой практически. Неужели здесь даже никто не умудрился хотя бы пару раз штуком лопаты ботнуть? Никто не ботал. Я думаю, надо попробовать. Смотрим. Сегодня в основном видео будет связано с шурфом. Вон там вон дома есть, и мы хотим по этим домам пошурфить. Так что не знаю, посмотрим. Саня вон там вон ходит. Нашел я еще маленький обломок от большого креста. Ну, не снимал, неинтересно. В конце все увидите. Продолжаем. Итак, ребята, очередной сигнал, выброс и очередная монета. На этот раз у нас 3 копеечки. 3 копеечки, но постарее. О, это у нас старый совет, смотрите. О, классно. 3 копейки. Походу 30-го года. Все наверху. Все наверху. Я здесь зашурфлюсь. Все. Однозначно. Все, смотрим. Итак, ребята, очередной сигнал. Вернее, не сигнал, а увидел. Вот она лежит. Зелененькая. Сделал несколько выбросов штоколопаты и выкинул вот такой зелененький. Что это у нас? 40-й год.
Пятак 40-го года. Классно. Все однозначно. Остаемся. Смотрим. Я это еще не прозванивал, думаю, онлайн не буду снимать. Больно муторное, нуторное дело. Камерой водить, прибором швырять. Я лучше вам буду находки сразу показывать. Итак, ребята, очередной монитосик. И все из этой же кучки, ничего не расшвыривал буквально несколько секунд назад. И снова пятак. Пятачок у нас. Герб старый, последняя ноль, значит 30-го. Классно. Продолжаем. Итак, ребята, в этом фундике мы с Саньком зашурфились, потому что находки прут. Покажу вам уже вот такое количество монет я наковырял. А в основном все советики старые. Ну, конечно, и бывают 61-го года. Вот такой вот значочек я поднял в ЛКСМ. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветно, только так можно счастье найти. Под этими знаменами боевой и трудовой славы жил, сражался и побеждал комсомол. В 70-е и 80-е в дальние края едет молодежь по комсомольским путевкам. Комсомол на всех ударных стройках страны. ВАЗ и КАМАЗ, БАМ и Саяно-Шушенская ГЭС, газовые месторождения Тюмени, да практически вся страна. Заслуги комсомола 30 лет пытаются стереть из памяти будущих поколений. Но комсомол жив, развивается и крепнет, потому что коммунизм – это молодость мира. И его возводить молодым. В ЛКСМ. Пятаки в основном это радует. Уже 4 пятака. Но я не об этом. Выпал у меня вот такой вот монитос. Видите, песок горело, дом горел. Это сразу видно, потому что все монеты имеют копоть. И вот такая монета. О, это, ребят, царская. 2 копейки. У нее много названий. Капуста, курица, царица полей. В общем, по-разному, а сохран какой, а. Смотрите, на орле все перышки видно. Всадника видно. И год 1915, что ли. Вот такая зачетная монета. Все. Я думаю, сегодня мы наковыряем очень много. Я обещал Саньку, что сегодня будет все хорошо, не прошлые копы. Так оно и пошло. Пока у Сани, правда, нет монет, но я уверен, что они будут. Ну ладно, продолжаем. Пыхтим. У Санька пока не особо получается, но находки у него есть. У меня вот такое вот количество уже находок. Мой шурф в углу завершен. Здесь я уже начал засыпать, как вы видите, под ровень. И решил, пока Саня свой угол добивает, будем менять место. Я решил другой угол зашурфиться. Здесь вот такая вот печка древняя. Даже не знаю, как она такая вот существовала из камня. Я вот в углу еще раз зашурфился. Здесь вот такие вот оплавыши, бутылки, представляете, вот такие вот. Жара какая была, что стекло плавилось. И у меня находка, и решил вам это заснять. Потому что находка весьма приятная. И это 20 копеек. 1928 года. Знатоки, кто копает не первый год, да и даже первые копы, знают, что эта монета не простая, а серебряная.
по внешнему виду не скажешь, что это серебро. Но я вас уверяю, это есть серебро. Белон. 500-я проба. В принципе, не глубоко. Я думаю, здесь еще надо поковырять. И посмотрим, что у нас будет здесь. Ладно, продолжаем. Сейчас небольшой перекур, водичка. И снова в бой. Итак, ребят, накопали мы советиков немного. Попался всего-навсего один царик. И прощаемся с этим фундаментом. И отправимся на фунды, где в свое время жили при царях. Так что советы есть. Отправляемся за царями. Смотрим, какие у нас цари будут. Итак, хотел вам показать вот такую чудесную панораму. Такая красотища. Нахожусь я вот на таком вот обрыве. И впереди меня вот такая красивая речка. Живем в таких красивых местах. Просто закачаешься. Ну, пока ходим-бродим, ничего не находим. Надо все-таки вставать за шурф, потому что места все выбиты. Даже конинку тяжело найти. Кстати, конинку нашел, я вам не показывал. Конина она, и в Африке конина. Вот такая вот у нас чудная красота. Итак, ребят, проезжаем вот такие вот места. И у меня просто рука не сдержалась. Решил заснять это. Подошел я к такому вот зданию, если можно это назвать. Представляете, раньше вот в таких вот халупах жили. Без окон, без дверей. Наверху вот такая вот доска лежит, и сверху была набросана земля. Так называемые мазанки. Камень обычный. Здесь у нас обычная глина. Потом все обмазывали вот такой вот бедой. То есть в свое время это называлось мазанки. И тут их кругом полно. Вон там вон еще одна. Вон там вообще шурфленая. И здесь тоже закладывали шурф. Ай, блин. Ну, здесь еще более-менее. Здесь красный кирпич. Ну, как видите, подо мной там что-то есть. То есть пустотелые, смотрите. Вон там вон что-то. Вот доска лежит, перекрытие. Ну, не знаю. Мне здесь, конечно, не особо нравится. Не знаю, какие здесь находки. Но что-то мне здесь не охота ничего не копать. Не по этим холмам ходить. Трава поднялась. Пыжник этот. Фух. Он даже колодец остался. Вот он. Интересно. А там протекает речка. Конечно, вот это место бы хорошо погулять бы, походить. Но что-то не стоит мне на это место. Ладно, иду я к машине. Здесь, ребята, сусликов полно. Норы ихние, я даже видел. И вот они из своих норок выкидывают все такое вот постороннее. Это вообще какая-то непонятная колба. Лаборатория, что ли, здесь какая-то была.
Но встречаются вот такие вот советские тюбики. Между прочим, видел я сусликов. Что это тут? Какая-то шпиль какой-то торчит. Вон. Ладно, жду Санька. Вон там вот Санек что-то копает. Непонятно. Жду его и снова браться надо за шурф. Возвращаться к советскому шурфу. Как-никак и цари там у нас попадались. Ладно, включусь, когда следующая находка будет. Итак, ребята, зашурфился я вот снова в уголке. Я не знаю, большой выброс сделал. Были у меня находки вот такого разряда. Это самая первая находка. Это от телефона. Вот такая пряжечка зачетная от ремня. Медная. И вот сейчас вот, вот такой вот царик выпал. Одна копеечка. 1870 года. Вот такая вот монетка выпала. Зачетно. Забираем. Итак, у нас систематически, ребята, льет дождь, так что извиняйте, с находками пока туговато, уже, наверное, седьмой раз я уже в машину бегаю. Дождь то ливанет, то закончится, комары замучили. Вот, ладно, хоть основной дождь, который грозился у нас сегодня, он у нас обошел стороной. То есть с четырех сторон надвигали тучи, а в итоге крапает такой терпимый. Но я не хочу мочить свой прибор, чтобы не ловил мне глюки. На этом бы закончился коп, если бы заглючил. Вот, так что систематически бегаю в машину. Сейчас я поднял еще монетку, советскую копеечку 29-го года. Потом пряжечку еще поднял, конинку поднял. Ну, не хочу отвлекаться на такие мелочи. Показываю более-менее такие интересные находки. Ну, а сейчас воспользуюсь случаем, пока дождь, и сказал вам, какие у меня находки в данном случае. Так что не обессудьте, погоду, как говорится, делаем не мы. Ну все, ждем дождик, когда закончится, и снова на фундец, который, в принципе, находки дает. Не каждый штык лопаты, но каждая 15-я лопата сигнал есть. Так что смотри. Итак, ребят, сходил я за лопатой, за камерой. Показать вот такой вот, смотрите. Вот так вот, не соврать, вот так вот все и было. Это у нас копейка царская. 1905 год. И такая вот монетка. Состояние ничего сказать не могу. Как есть, так и есть. Тереть не буду. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, дождь у нас закончился, и мы снова взялись за старый шурф. По находкам идут у нас. Я не снимаю, советины. Санча серебрушку только что вытянул. У меня вот тоже вот так вот прям монета выпала. Смотрим, что это за монета. К сожалению, это у нас двушка. Две копеечки. Год 26-й вроде. Да, две копейки 26-го года. Ну, пойдет. Пойдет. Продолжаем, осталось немножечко нам. Наберитесь терпения. Дождитесь итогового обзора находок сегодняшнего выхода по шурфу. Сегодня в основном только шурфили, так что ждите обзора. Итак, ребята, меня Саня позвал посмотреть вот на такую вот ситуацию. Смотрите, медленно навожу цель. Угадайте, что это? Ну, в принципе, да. Интрига. Это у нас горшочек. Вот с такой вот ручкой.
форма горшка у нас чугунок, находится рядом с печкой. И даже не знаю, как вы думаете, копать, не копать? Или оставить до следующего видео и узнаем, что внутри было. А вдруг там клад золота, серебра и всего остального. Интригу оставим до конца, до самого завершения видео. Так что смотри, не пропускай. Итак, ребят, мы не выдержали до конца копа и решили вас либо обрадовать, либо расстроить. Большой чугунок. Ой, большой. Представляете, сколько можно в нем уместить серебряных монет? Килограмм 6, наверное, да? Так, медленно достаем. Вот он, красавец. И барабанная дробь. Ага. Каша? Шляпа. Каша. Просто кто-то забыл кашу. Сварили кашу, оставили около печки. И она превратилась в дерьмо. В нечто. Ну что, а может на дне что-нибудь? Ну что, расковыряем до конца, до дна? Или же все-таки бросим его? Вот он был в чём, в этой херне. Угу. Вам охота посмотреть на дно этого горшочка? Мне охота. Так что я сейчас его распотрошу и посмотрим, что у нас в этом горшочке. Итак, ребята, распотрошил я этот чугунок. И что вы думаете там внутри? Несколько вариантов. Либо монеты, либо вкусняшка. И ба-бам! Внутри у нас вкусняшка! Молодцы, кто угадал! Вкусняшка! Ну ладно, будем продолжать. Заканчивать, присыпать, делать обзор. Прощаться, так что смотри, не пропусти обзор находок. Итак, ребята, закончил я сегодняшний видеокоп поездкой домой. Попал я в пробку, и в связи с этим уже совсем поздно. Видеоотчет по находкам я не сделал, потому что поздно выехали, дождь наступил, и в общем находки вы увидите непосредственно уже находки. Вы в принципе увидите, когда я буду дома, а я их помою и вам покажу. В принципе, хвастаться ничем. Всего-навсего три царика и полно советиков. У напарника Александра немножко похуже. У него, по-моему, около 10 монет всего-навсего. Вот. Но у него есть серебришко. То есть он серебро поднял 10-копеечную. У меня тоже есть серебро. Вот. Ну, в принципе, все вы сами увидите. Надеюсь, вам видео понравилось. Будете ставить, как говорится, пальцы вверх, комментировать. На этом я и закончу свой видеокоп поездкой домой. 23 часа я уже, как говорится, на копе. Да, кстати, хочу вам сказать, сегодня такой случай произошел. Копали в одной моей деревушке, вот, и встретили мы комрадов. А комрадов мы встретили вот каким образом. Видели две легковых машины и газель. Все машины были забиты битком. То есть легковушки и газель. Вы представляете?
В газели как минимум 12 человек и в легковушках 8. То есть 20 человек комрадов отправились на коп. И причем отправились на коп туда, куда бы я никогда никому не советовал бы. Но, возможно, видали мой видео коп с предыдущих выпусков, где я говорил, что поднимали золото. Вот. И спустя какое-то время люди хлынули туда. Но хочу вас предупредить, это место является культурным памятником. Так что, ребята, будьте осторожны. Не нужно себя вот так вот вовлекать в противоправную деятельность. Между прочим, сморчане, будьте аккуратны, особенно те, кто копает в районе Самарской Луки. Сами знаете, что это памятник природный, и там, между прочим, ведется отлов. Отлов серьезный ведется, никаких там предупреждений и каких-то разговоров, сразу заводят статью. Эта информация подтвержденная, так что мотайте на ус. Ну, на этом и закончу. Будьте аккуратны, бдительны и соблюдайте все рамки приличия. На этом и все. Всем пока и удачи. Итак, ребят, приехал я домой и решил вам делать все-таки обзор находок. Начну я, конечно, со шмурдяка. Ничего такого интересного нет, но общий обзор решил сделать. Первая находка какая была, это, возможно, от телефона начального этапа, когда было развитие телефонии. Затем вот такой вот ряд пряжечек. Вот этот пряжечка довольно-таки интересна тем, что здесь какой-то имеется рисунок. Из-за этого я его и взял. Что за рисунок? Непонятно. От чего такая пряжка? Непонятно. И вот такая пряжечка. Медная, довольно-таки такая, знаете, старинная. Очень любопытная. Это пряжка от ремня. Так же, как и эта. Затем вот пошел ряд вот таких вот круглых изделий. Это, я так понимаю, от карманных часов. Задняя часть, крышечка. Я ее взял, то что, возможно, это похоже на серебро. Но сомневаюсь. Но обзор решил все-таки ее показать. Вот такая вот интересная штучка. Это у нас тоже, возможно, от часов. Или же были такие, знаете, на шею одевались красивые, сюда вставляли фотографии. И другая часть закрывалась. Ну, как предположение. Вот такая вот медная ручка от ларца. Вот такая вот непонятная диковина. У меня уже такая третья, не знаю от чего это. У кого есть какие варианты, подскажите. Вот такая замочная скважина, тоже из цветного металла. От того ларца, от которого вот эта вот ручка. Вот такие вот две поломанные вещицы. Здесь декоративная, такая красивая. Вот, это у нас обломок, нижняя часть от крестика мужского нательного. Очень большой был крест. Конинка огромная. Колечко. Колечко поднял на месте, где раньше расслаблялись, отдыхали, как говорится, зажиточные люди. Около озера. Пуговица обычная солдатская. И эпоха Советского Союза в ЛКСМ. Такие значки носили коммунисты. Это информация для тех ребят, которые совсем молодые и никогда не видели и не знают, кто и когда носил такой значок. Ну а сейчас монеты. Итак, ребята, ну и напоследок, конечно же, что вас довольно-таки сильно интересует, это монеты, которые поднимались именно за этот коп. В принципе, большое количество советских монет. И в конце я показал более-менее интересные находки. Но сейчас все подробно. Вот такое вот количество копеечек. Как вы видите, некоторые монеты у меня окрашены в красный цвет. В данном случае вот монетки. И на них
стоимость. В данном случае первая монета это 29 года. Стоимостью 400 рублей. Затем идет монета 27 года. Стоимостью 250 рублей. Следом 31 года. 400 рублей. Так что, ребята, копеечки тоже хорошие деньги стоят. Затем идут двушки. Двушка 20 какого там 35 года, старый герб, 200 рублей. 41 года, 250 рублей. И на этом все из ценных. Затем пошли трешки. Трешки тоже и бывают очень ценные. В данном случае вот она, красавица. Трешечка 27 года стоимостью 3000 рублей. Еще одна трешечка есть. Трешка 33 года 250 рублей. Трешка 26 года 200 рублей. Следом идут пятаки. Пятачки у нас ничего интересного нету. 28 года 300 рублей. 30 самый распространенный. 40. И вот она монета тоже 38 года. Стоимостью 1300 рублей. Затем идут 20-ки, 15-ки, червонцы. Ничего интересного. И по царям вот такая царица полей. Капуста, курица. 1811 года. Затем вот такая монета 1870 года. Копеечка 1905 года. И, конечно же, не обошлось и без серебра. 1928 года. Белончик в простонародье. На этом и все. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Пока.